Всем привет, с вами Влад, мобильные штучки. Сегодня у нас на обзоре селфи-палка K07, легендарная селфи-палка, так как она самая дешевая, самая доступная и самая простая, и очень удобная в использовании. Вставляются сюда телефоны от 2,6 дюймов до 4. О, нет, я ошибся. Телефоны, которые могут сюда вставляться минимум 2,6-4, тут такой режим. Максимум здесь идет 7,64, то есть даже небольшой маленький планшет сюда с легкостью влезет. В разобранном состоянии она у нас здесь не указана. Bluetooth пультик работает от батарейки 1632, тоже купить можно в любом нашем магазине. Ну, в принципе, это вся информация, которая указана на упаковке. Вращается она до 120 градусов, то есть угол наклона самой палки. Ну и, в принципе, тут еще написано, что она противоударная. Но это, я думаю, вряд ли. Противоударных вещей не бывает. Давайте рассмотрим ее поближе, распакуем, поставим сюда мобильный телефон. Ну, первое, что внешне пластик достаточно неплохой, качественный, никаких прям таких некачественных швов, заусенец и торчащего пластика здесь нету. Функция трипода достаточно легко, все открывается, стоит она устойчиво. Если брать все селфи-палки, которые у нас есть, функция трипода, здесь самый широкий охват вот этих вот тренок. То есть даже если поставить телефон в таком положении и наклонить палку слишком сильно, телефон не будет падать и будет здесь стоять в этой селфи-палке. Вращение угла наклона сопровождается щелчками, тут нету зажимного вентиля, тут стоит специальная шестеренка. Со временем немножко может расшататься, появится маленький люфт, но это ничего страшного. Все равно телефон будет стоять здесь очень крепко. Так, чтобы сюда поставить телефон, нужно достать эти ножки. На них также здесь есть специальные только вот силиконовые прокладки, которые не будут царапать телефон. Тянем вверх, вот так вот, видите, разжимаем и вставляем. Угол наклона регулируется, и телефон не падает. Что очень радует. Можно выставлять нужную вам высоту и снимать любые видеоролики, стримы. В развернутом положении, в полностью вытянутом, она достаточно длинная. Телефон, как я уже говорил, здесь не падает и держится очень хорошо. Про Bluetooth пультик забыл вам рассказать. Достается он просто движением вверх. Он работает от батарейки 1632. Чтобы ее заменить, вам просто нужно взять и расщелкнуть его. Вот так вот. Опа, вот сама батареечка. 16.32. Насколько хватает, я не знаю, но я думаю, что она очень долго. Чтобы включить сам пульт, нужно очень, ну, в течение где-то 3-4 секунд подержать кнопку. Когда моргает синяя кнопка, значит, пульт готов к сопряжению. Если кнопка горит всегда, значит, пульт уже сопряжен. При каждом нажатии кнопка у вас будет моргать при каждом фото. Чтобы этот пульт выключить, долго держите и ждете, пока она моргнет несколько раз подряд и выключится. Если трясти, если трясти пульт селфи-палку с пультом, пульт не выпадет, он держится здесь очень хорошо. Селфи-палка достаточно удобная, комфортная, а что главное, очень низкая по цене. Купить ее можно в наших магазинах, заказать на нашем сайте, либо на Валберсе. Спасибо за обзор. С вами был Влад, мобильные штучки. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока.